Ну что, друзья, мы стартуем очередное наше путешествие на реку Актубе в кемпинг. Будем стоять прямо у реки. Вперед! На Актубу! Пассажирку возьмите? Прыгай! Это на цыпле? Ну что, друзья, вот мы и проехали свои 1300 километров, подъезжаем к Храполям, уже закат, так уже свежо, ну скажем, не свежо, так попрохладнее, чем днем, приятно. И запах, вот это, ну, запах вот этой степной травы, полыни, не знаю, как она правильно называется, вот астраханская, волгоградская степь, она вот, блин, пахнет просто, но это незабываемо. У меня ассоциации прямо с детства. Я сюда ездил 6 лет. И, ну, прям вот очень добрые воспоминания. И прям вдыхаешь и радуешься. Дорога была такая, в принципе, ну, можно сказать, тяжеловатая из-за того, что очень много машин. Ну, в целом, в принципе, все нормально. Сейчас у нас 9 часов, около 9 часов вечера по местному. Так, вот здесь кусочек дороги не очень. Машина подпрыгивает. Около 9 часов по местному. Уже солнышко садится. Сейчас мы приедем и переночуем в номерах на базе Углянская. А утром будем ставить уже лагерь. Все, друзья мои, завтра, наверное, только завтра и увидимся. Сегодня мы уже уставшие, приедем и, может быть, за приезд по стопочке выпьем и ляжем спать. Все, до завтра. Мы почти на месте. Прямо вот душа радуется. Правильно,
Так, друзья, вот мы и на месте. Райское место. Прям вообще лесок везде. И здесь мы будем ставить сейчас свои шатры и палатки. Так, Сева уже так начинает чуть-чуть. Сейчас я им помогу. Так. Вещей у меня вагон и телега. О, просто жесть, сколько вещей. Но ездим мы с комфортом, поэтому тут приходится как бы это... Так. Место, короче, отсюда, и даже не видно вообще конца. Туда, короче, это все. Мы просто подальше уехали. А так вообще, конечно, лучше бы поближе вставать. Но в этот раз станем здесь. Так. Заяц. Свои очки одел. А, увидели, какие у меня модные очки вообще? Друзья мои, Шиман, это вам не это, не абы что. Можно глазки почесать? Можно. Вот так идет. Ну так, аккуратно. Они, видите, даже затемняют немного. Раз. А? Раз. Но можно вот так сделать. Короче, очки уникальные. На самом деле, просто это Шимана. Шимана рулит. Так, ладно. Все, разгребаемся, сейчас подключаем музон, чтобы повеселее было. И начинаем устанавливать все это дело. Вот и все подтвердит, что без него никуда. Без чего? Без вентилятора. Без вентилятора. Пойдем дом покажешь быстро свой. Дом пустой. Дом пустой, но вот куда мы поставили все лоды с Галиным. Так, шикарное место. Шикардосное место просто. Это место вообще суперское. Ой-ой. Блин, обнаружен косяк. Висит ветка, которая уже сломана. Когда ставите палатки, обязательно смотрите наверх, чтобы вот какие-то ветки, они не упали. А здесь у нас все вроде бы нормально, такие ветки, как бы сушняк есть, но он не страшен. Но одна ветка, она просто лежит уже на, уже сломана, лежит просто на других ветках. И при ветре она может упасть и порвать палатку или шатер. Сейчас будем ее как-то оттуда снимать. Ой, хорошо пошла. Ой, пошла. Все. Вот такие ветки, если упадут, то, конечно, будет беда. Ну что, вот мы, короче, это, сбили этот сук. И все, и палатку обратно восстановили. Все четко. Так, потихоньку будем сейчас дальше ставиться. Здесь будет моя палатка стоять. Здесь вроде бы все нормально. Время 11 по Москве. Что-то мы все немного приуныли. Жарковато. Хотя в теньке стоим. Палатка от Крузи Кэмп. Camp House Evolution. Шестиместная, по-моему.
большущий коридор. Но я раньше делал на нее обзор. Тут коридор все. А дальше вон там спальня. Вот. В коридоре рекомендую коврик приобрести. У нас коврик Зайц, от какой у нас компания? Это у нас была EasyCamp. Нет, это не от EasyCamp, это от дорогой, это от этой, от Outwell. Это коврик от Outwell. Коврик от старой палатки, от дорогущей, тоже литое дно. Кстати, у палатки литое дно, повторюсь. Вот, оно герметично со всеми стенами, а сама спальня стоит внутри. То есть ни одна гадина туда не залезет, ни одна, если молния закрыта. Палатки таких у нас две. Я вот все с Галиной порекомендовал, они взяли, очень довольны тоже. Реально рекомендую данный бренд, данную модель. Очень удобно и быстро ставится. Очень быстро ставится по отношению к других таких больших палаток. Продолжаем ставить. Повторюсь, 11 уже утра. А мы ставим лагерь пока с какого? С 9, что ли? Ну, пару часиков. Вот. Все пока как бы подготовили. Место под палатки. Ветки пошибали. Сами палатки поставили, вещи там поносили, кое-какие там эти полезные вещи собрали, столы, мебель кемпинговая. Короче, немножко, как говорится, подзадрючились. Вот. Надо, наверное, купнуться, немного перезагрузиться. Что-то аж моторчик выпрыгивает. И продолжим. Шатер поставим. Ну и все, и дальше уже будет как-то попроще. Съездим еще за вещами, за стульями, за шезлонгами. Они лежат у нас тут. Как говорится, хранятся неподалеку. И посуда такая, которую мы с собой не возим. Вот, и никак мы от нее не избавимся. Посуда, которая, ну, старая такая, там сковородки всякие, кастрюли, там, ведра. Вот. И еще воду от воды подключим. Хотя здесь тоже вода вроде бы есть, но далековато, мы свою поставим прямо рядом. Ладно, дальше покажу, что будет. Заяц, может, не будем закрывать, так как по ветерком обдувает получше. Обязательно надо закрыть. Большие осы могут залететь. Какие большие? Такие большие. И жуки всякие, пауки. Закрывай быстро. Хорошо. Ну что, пошли. Сейчас пойдем. Галина меня позвала на экскурсию. Сейчас. Ты машину заблокировал? Нет. Почему? Галина, ну ты же звала. Етить, колотить. Ядрить. Заяц, ты это видел вообще, нет? Тут ковры персидские лежат. Вот это да. И кровать у них по колено прям высотой. Так тут у нас топер. Мы топер купили, потому что на... А, поменяла, да? А? Поменяла матрас? Мы купили топер дополнительно. Вот матрасы надувные. И мы купили топер, заказали. Сейчас, подожди, закрою. 7 сантиметров. Сейчас, подожди, подожди, расскажешь. Подожди. Вам на молнию, кстати, переделать. Это перетянули. Так. Короче, мы столкнулись с неудобством, когда спим вдвоем, матрас раздвигается, это неудобно. Мы купили двухместный топпер, мемори, мягкая мемори. Угу. Вот так вот одеваем на тот матрас, на этот они не раздвигаются. И закрываем просто. Опа. И все. Ну, можно сдвинуть. А, то есть у них два матраса, как бы, да? Вот, он не один, а два. А топпер один. Да, топпер один. Ну, два матраса, да. О, матрасы у них, кстати, Outwell. От дорогущей фирмы тоже. О, тоже неплохие. У меня чешские, но чешские больше не найти. Чешские матрасы потолще, но их не найти. Чешские вообще, если найдете вот эти вот белые матрасы, сейчас я не знаю, вам покажу, вернусь, то обязательно вот обязательно это берите. Ну, их нету нигде. Вот ребята искали, не нашли. Единственная замена, вот нашли Outwell более-менее. Не берите Intex. Intex — это полная шляпа, полная какаха. Это одноразовый матрас, который вообще не стоит вообще брать. Вот, так что, друзья мои, смотрите и учитесь. Вот палатка, кемпинг Evolution, кемпинг хаус Evolution. Уже стал даже забывать. Кемпинг хаус Evolution, она, по сути, вот как вам сказать, вот как, сколько здесь мест? Здесь, по идее, вот два шикарно спят, да? Здесь еще, по идее, могут два человека спать, да? И здоровый, здоровенный коридорищ, просто вот коридорищ, который это просто, ну, трындец вообще, не знаю, это по сути, это вторая спальня. Но мы ее всегда используем как коридор, потому что здесь вещи, холодильники, вентиляторы. Тут чего хочешь, хочешь кухню поставь, хочешь столик поставь, все вдвоем живете, по сути, можно поставить столик, два маленьких стульчика, и даже кухня не нужна. Это просто вообще шикардос. Да, Галин? Да. Бомбическая вещь. Илюш плохого не советует. Ну, мы просто в том году сюда кондиционер ставили, если ты помнишь. Да. Мы его вот не взяли. Он занимал место.
Не-не, сейчас смотри, прям вообще. Сейчас еще он поставит ящик вот этот вот, который под рыбу, пластиковый. Вот, вот здесь был стоял кондиционер и ящик пластиковый под рыбу. Здесь холодильник и вентилятор. Ну и коридор. Да, вообще шикарно. А ящик под рыбу, если он пластиковый, у тебя это термоконтейнер, вообще как столик можно сложить. Да, вот как столик. Потому что вот мы пока поставили временно. Ну, конечно, в холодильник. Подключили уже его, да? Да. Уже все продукты положили. Все, отлично. Молнию, Гай, скажи Севе, чтобы он, видишь, перетянул. Сломай эти молнии. Сев, сломай молнию, пожалуйста, сделай. Ребятам покажу еще раз, я не помню, показывал или нет. Давай я быстро сейчас покажу. Это матрас чешский. Я тебе сзади немножко беспорядок наведу. Так, вот они, чешские матрасы. Я даже не знаю, видно, не видно. Попробую там. Или Якоб, да? Вот. И они толстые, как кожа свиньи вообще. То есть просто толстые матрасы. У них вместо клапана вот такой сосок. Я его просто еще загинаю и все. То есть здесь вообще спускать нечему. Он даже так не будет спускать. Просто на всякий случай перестрахую, чтобы это... А так это вообще толстокожие советские такие матрасы, блин. Просто трындец вообще. Ну сейчас их не найти. Вот эти матрасы огонь вообще. Я успел купить 3 штуки. Там маме, там сыну и нам с женой. И все. И сейчас их больше нету. Вот у нас как это все выглядит. По бокам столик можно, столики поставить. Как бы с прикроватной тумбочки. И вообще просто шикардосно. Вот такие у нас вот. Давай не будем, может, низкие ножки поставим, да, вот эти все. А эти не будем ставить. И вот так будет отлично. Вот ставь. С этой стороны крылья. Да ты что, то есть ты себе поставила столик, да, мне нет? Деловая такая. Ладно. А ты не взял второй? Ну, второй-то отец-то с собой выбрать не взял. А ты себе поставишь? А ты себе поставишь? А ты себе поставишь? Ничего, табуретку поставишь. Не выдели табуретку. А так вообще вот реально, видите, тоже такое, это Camping World, какие-то маленькие столики такие. Вот, и вот если их можно поставить на, ну, увеличить ножки, и будут они высокие. Или вот так вот ставишь все, и вторую сюда, вообще шикардосно. Ну и нужен вентилятор, обязательно. Нужен сюда вентилятор. Так, это мой холодильник, Дометик. Я говорю, двухсекционный. Можно, сейчас стоит на охлаждении, все как холодильник работает, да? Можно ставить одну камеру на заморозку, а вторую камеру на... Ой, Вань, открой вторую, а? Автономно они будут работать. Один будет морозить, другой холодить. Да. То есть можно одну на заморозку поставить, другую на охлаждение. Или оба на заморозку поставить. Ну, короче, блин, вместимость вообще офигенная. Единственное, конечно, он не маленький. Он не маленький. Крышки защелкиваются. Открыть их невозможно. И не просто это закрываются, а еще защелкиваются. Теперь их не открыть, пока не нажмешь на клавишу. Не маленький, но очень-очень-очень-очень вместительный. И без него мы уже даже не знаем, как ездить. Что еще больше показать? Вентиляцию палатки здесь, там. Ну как-то так. Короче, вот такие у нас пока условия жизни. Шатер поставим сейчас вот здесь. Сейчас уже, наверное, часов 12. Тенек. Сильного сушняка нету. Я думаю, ничего нас не проломит. Единственное, будет прям бок о бок. Но у нас компания спокойная, вроде бы, только гости придут. Ну ничего, значит, долго задерживаться не будем. Повод пораньше зайтись. Второй вариант поставить здесь, но здесь прям сушняк, ветки. И их бы желательно, конечно, будем просить, чтобы там, ну, для тех, кто стоит в кемпинге, чтобы комфортно это все было. Низкие мы сами спилить можем, а вот верхние, здесь нужно какую-то лестницу или машину вызывать и вот эти вот все пилить. Потому что это вещи опасные, могут упасть и проломить шатер, не дай бог, голову. Тут жена меня заставляет. Вот. Покажи, что ты меня заставляешь делать перед тем, как входить. Я прошу, что если у тебя ноги очень грязные, когда ты заходишь, пожалуйста, стряхни свои ножки. И только потом иди на персидские ковры. Ты видишь, какую красоту там навели? Вы понимаете, о чем речь? Я приехал в кемпинг. Это тихий отдых, да? Да. А мне ножки потирай. Вот так вот.
друзья, скажу вам, кемпинг, чтобы с комфортом было, надо потрудиться. Да, зайц? Надо взять меня. Помню, мы как-то разок приехали без жен. Вот это, я вам скажу, был у нас беспорядок. Как мы не пытались наводить порядок, но всегда был беспорядок. Всегда. Мы старались, но был беспорядок. А вот с женами... Как вы не стараетесь, всегда будет порядок. Жена говорит, как не старайтесь, а всегда будет порядок. Вот, все. Мы вроде все установили, осталось нам еще холодильник. Мы уже варим макароны. Уже варим макароны с тушенкой. Есть острова? Сейчас. Холодильник нам остался, ну и вещи привезти. Все, остальное у нас все уже готово. Сейчас самый такой разгар жары. Солнце прям сейчас судак клюет вовсю, но нам пока не до судака. Вот, судак на Ахтубе клюет в час дня по Москве. Это прям вообще самый-самый такой клев ударный. Но это будет чуть попозже. Фух, уже сил больше нету. Купаться надо, купаться, охлаждаться. Сейчас я вам еще что покажу. Душ мы установили тоже свой кемпинговый. Короче, больше уже сил даже не договорить. Кайф, друзья, это просто кайф. Ну что, друзья, вот и вечер. Наконец-то все установили, все разложили, все подключили. Думаю, дохарь исправил, извините за выражение. Очень-очень сильно. И холодильник у нас. Вот так вот. Все, сейчас время, наверное, часов 5. У нас тенек. Самое пекло было где-то, наверное, с 2 до 3. Здесь вот именно жара. Вот, сейчас все отлично. Место выбрали вообще просто идеальное. Сегодня отсыпаемся, еще, наверное, завтра. Сегодня в город не успели съездить, завтра съездим в город. Дыньки, арбузики, баклажанчики, перчики, помидорчики, мяско. Затарим, затаримся по полной катушке, затарим холодильник. Воды еще возьмем питьевой. Воды очень много уходит в жару. Кто-то пиво пьет, кто-то воду. Вот. И все. Вечером завтра на первую рыбалку. У меня быстро как-то не получается так выходить. Там заяц купается. Все вот пока там наверху. Уже, наверное, час устанавливает интернет. Сначала все было замечательно, а потом как-то все сбилось. Самое фиговое, если дерево придется менять. Ну, посмотрим. Сейчас к вечеру попробую на сазана поставить с берега. Коса длинная,
и холодом еще не пробил, но попытаюсь максимально забросить и буду подбровку подтягивать. Ну что, Сев? Ну вот он пропадает у самого провайдера на вышке. Раз, есть, потом бац и пропал. Ну так можешь как-то зафиксировать, и пусть как бы. Все, я вот зафиксировал максимум сейчас. Сейчас он есть, да? Есть. Итак, у нас попытка отслеповаться. Вот туда.
прилетел от меня. Они, как птицы, кто сочтет остатки, но для меня все миги эти сладкие. И боль, и радость прожитого дня. У жарких губ касания сухие, у поздних клятв слова не менее строже. Уходят годы, чтобы стать моложе. Уходят к людям песни и стихи. Людям песни и стихи. Один, начародившись, сменит тьму. И новый день едва проникнет полночь, возвращается к тому,